каждом рисунке солнце, а еще мир и семья. К дню рождения республики юные бендерчане подготовили целую выставку. Каким они видят родной край? В нашем следующем сюжете. Тематические выставки, конкурсы, беседы. Ко дню республики подготовились в 41-м детском саду. Малыши разучили стихи, а сейчас рисуют свою страну. Каждый город имеет свой герб и свой флаг. В наших городах республики тоже они есть, и герб, и флаг. Я бы хотела сегодня, чтобы вы нарисовали, выберите какой город. Вы выбираете? От Бендер до Рыбницы у каждого города своя символика. Внимательно выслушав воспитателя, маленькие художники берутся за кисть. Я сегодня рисую флаг Дубасара. Дорогая республика, поздравляю тебя с днем рождения, желаю, чтобы ты всегда всем давала счастье, и жила долго и мирно. И я желаю, чтобы никогда не было войны, чтобы ее не ранили. Я нарисовала флаг Тирасполя. Я желаю, чтобы она всегда была хорошая, чтобы она еще была молодая. Я нарисовала флаг Рыбницы. Желаю, чтобы она была республика наша была богатая. Чтобы там не было войны, чтобы все жили мирно и чтобы вы никогда не сердились. Любовь к своей республике, к своей родине – важнейшее чувство для каждого человека. И очень важно развивать это чувство с детского возраста, говорят педагоги. Мы приобщаем детей к познаниям о родной семье, так как у нас это год семьи, обязательно о родном городе, о традициях, которые есть в городе, и также о нашей республике. Ко дню республики у нас совместно с родителями была организована семейная выставка. Вот представлены здесь работы, вы можете понаблюдать. Также в нашем детском саду педагоги огромное внимание уделяют вопросам социально-нравственного воспитания. У нас проводится с родителями кружок «Мы бендерчане». У нас проводятся проекты социально-нравственного развития. Также мы сотрудничаем с писателями и поэтами Приднестровья. С днем рождения, республика! В рамках празднования Дня республики во всех бендерских детских садах проводятся тематические уроки и творческие выставки. Участвуют не только дети, но и взрослые. Дошколятам рассказывают об истории и традициях нашего края.